Привет, дорогие зрители, радиослушатели. По просьбам тех, кто вчера отметился в комментариях, я расскажу немножко бытовых вопросов, кратенько. Покажу вам, где мы живем. Сейчас переключаем камеру. Вот это вот вход в наш дом. Совершенно офигенные резные двери, как я рассказывал. Может, еще не рассказывал, здесь очень здорово все это делают. Вот, вот у нас вход, тут Лариска у нас, здесь стоит наш конь. Везде очень здорово все тут организовано. У нас небольшой садик такой здесь есть. Простите за небольшой бардак, потому что маленький ребенок в доме. У нас тут растет кокос индивидуальный. Гамак мы сами уже повесили. Вот там вот вы видите дальше святилище предков. У нас регулярно приходят сюда хозяева, которые устраивают церемонию практически каждый день. Здесь у нас такой как бы прудик, в нем рыбы плавают. Ага, что-то подвисало. Так, тут у нас еще одна пальма, там вот кухня отдельная и на улице, что, в общем, не часто для балийских домиков, по крайней мере в Убуде довольно часто кухня на улице. Здесь у нас такая вот беседочка есть для медитации. Совершенно чумовая мебель из натурального дерева, из цельных кусков. Вот это вот одна спальня. Тут наша няня с Семой. Вот. Там вот ванная, туалет. Большая такая, не знаю, как прихожая, коридор. У нас тут Семин бассейн стоит. Без воды. Тут вот еще одна комната. Картиной. У нас тут везде картины есть. Ну вот ванная, туалет. Такая совершенно офигенная каменная раковина. Очень нам нравится. Привет. Значит, мебель вся тоже из дерева, резная. Очень все красиво. По ценам. Вот такой дом, в который в цену включен интернет, электричество и вода, стоит 6 миллионов рупий индонезийских. Это получается примерно 440 долларов в месяц. В принципе, это очень неплохая цена. Байк мы взяли за 1 300 000, это чуть меньше 100 долларов, это тоже очень хорошая цена. Нам повезло, что у нас тут были друзья, которые нам помогли с тем, чтобы все это найти. Ну и у нас прекрасная няня, которая смотрит за малым, очень вкусно нас кормит и помогает по хозяйству. Мы платим 200 долларов в месяц. Вот, кратко так про цены и жизнь экспатов на Бали. Спрашивайте, если что, ставьте лайки, рассказывайте, что вам еще интересно будет узнать. Мы с удовольствием вам все расскажем. Пока!